Всем привет, друзья! Винница, фонтан Рошен. Танцующий и поющий фонтан Рошен. Очень красивое место, где проводят время винничане и гости города. На самом деле, это место притягивает людей не только с Украины, а многие гости с Европы приезжают сюда. Это очень полезно для Винницы, поскольку люди привозят сюда деньги, люди тратят деньги. Люди тратят деньги в ресторанах Винницы, люди тратят деньги в такси, то есть они нанимают себе какие-то услуги. То есть город за счет этого растет и процветает. Побольше бы таких каких-то манящих мест в Виннице, я думаю, что это бы дало хороший толчок туризму не только во всей Украине, не только в Виннице, но и во всей Украине. Поэтому многие мои друзья из Америки спрашивали за фонтан, но на самом деле сами не были здесь. Поэтому рекомендую всем приехать, посмотреть на этот прекрасный фонтан. Конечно, он не такой, как в Дубае, великолепный и помпезный, но, тем не менее, для Украины очень даже неплохой уровень. Плюс вечером, после 9 часов вечера, он подсвечивается, и также появляются разные голограммы в виде мультяшек различных. На самом деле, довольно-таки интересно. То есть вечером близлежащей дороги, вдоль всех дорог стоят различные автобусы с многих регионов Украины. Я так понимаю, что это уже стал такой туристический бизнес, на котором делают деньги. Организовывают какие-то экскурсии по Виннице. Очень часто уже начал замечать, что по центральным улицам ходят небольшие группы людей. И им рассказывают о Виннице, о архитектуре Винницы. И это на самом деле очень полезно, потому что за счет этого выигрывают все, кто, в принципе, делает бизнес. Поэтому там, где есть поток людей, там есть и поток денег. Поэтому пристраивайтесь в эти потоки, зарабатывайте на этом и наслаждайтесь красотой. Зарабатывать нужно красиво. Всего доброго, подписывайтесь на мой канал, всем удачи!